Конор Энтони Магригор родился в южной части Дублина, в пригороде Крамлин, где впервые заинтересовался спортом. В частности футболом. Магригор играл за футбольный клуб Лудерс Селтик и болел за клуб английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед. В 2006 году вместе с семьей переехал в Лукан. Там Магригор пошел в среднюю школу чай и Слиффи. После окончания начал обучаться профессии водопроводчика 8. Позже в Лукане Магригор начал обучаться борьбе с будущим бойцом Учтомом Иганом. Так Магригор заинтересовался смешанными единоборствами. В 16 лет попал в команду УСБГ. Карьера свою профессиональную карьеру в смешанных единоборствах, Магригор начал с выступления в легком весе, позже, заработав в карьерной статистике 10 побед с двумя поражениями, дебютировал в категории ниже, где за два боя сумел завоевать титул чемпиона в полулегком весе английской организации Чаги Warriors». Не остановившись на одном титуле, Магригор вернулся в прежний дивизион, где забрал титул в легком весе у Ивана Бухенгера, став, таким образом, одновременным чемпионом в двух весовых категориях. Впечатленное выступление Мирландс руководству ФЧ вскоре заключило с ним контракт. Дебютный бой в новой организации состоялся на Увчон Фуэл ТВ. Мауса СИВС. Латифе, где соперником Магригора стал Маркус Бремейтш. Бой сопровождался активными атаками Бримеджа, который, однако, не сумел ничего противопоставить точным и техничным ударам ирландца. Поразив оппонента серией тяжелых ударов в челюсть, Магригор свалил того на настил и принялся добивать, после чего рефери остановил поединок. Следующий бой был намечен в Чфиктник-26 где предполагалась встреча против англичанина Энди Огла. Спустя некоторое время Огл вынужден был сняться по причине травмы и его заменил Макс Холлоуэй. Магригор полностью доминировал в поединке и одержал уверенную победу над Холлоуэем. В середине второго раунда Магригор почувствовал хруст в колене, после проведения магнитно-резонансной томографии была диагностирована травма передней крестообразной связки. Из-за чего врачи наложили запрет на выступление в течение следующих 10 месяцев. Завершив медицинское восстановление, Магригор возглавил главное событие вечером в Чфитник 46 в родном Дублине. Изначально его соперником должен был стать Кау Миллер, однако тот заработал на тренировке травму большого пальца. Поэтому вынужден был выбыть. Место Каула занял бразилец Диягу Брандон. Поединок был выигран Магригором досрочно техническим нокаутом в первом раунде. В рамках турнира в 178 Магригор завоевал очередную победу техническим нокаутом. На этот раз под натиском ирландца пал американский боец Дастин Пари, до этого ни разу не бывавший в нокауте. В течение всего боя Магригор простреливал противника ударами с дистанции пока не отправил того в нокаут на второй минуте первого раунда. Позже президент Уфч Дэйн Уайт заявил, что Магригор может стать главным претендентом на титул чемпиона в полулегком весе, если в бою между действующим чемпионом Жозе Элду и Чедом Мендесом Новч 179 вверх одержит Алду. Спустя месяц после победы над Пури организация анонсировала турнир Уфч Фитник 59 – который возглавит поединок Магригора с немецким бойцом Деннисом Зиффером. По прогнозам букмекерских контор Магригор открывался в этом бою абсолютным фаворитом 16. Ирландец закончил поединок в одностороннем порядке победой над Зифером техническим нокаутом во втором раунде. Сразу после этого он ошеломил зрителя инцидентом с действующим чемпионом Жазелдо. Как только рефери остановил поединок, Магригор разглядел в публике наблюдающего Алду, и, перескочив через сетку восьмиугольника, начал кричать что-то в лицо чемпиона. Временный чемпион в полулегком весе. В конце января 2015 года стала известна дата проведения боя за титул чемпионов в, в полулегком весе между Магригором и Элдо. Поединок должен был пройти 11 июля 2015 года и возглавить турнир в ч. 189 А в марте состоялся 12-дневный мировой тур по 8 городам мира, начиная с Рио-де-Жанейро и заканчивая дублином призванный разрекламировать предстоящий турнир. Мировой тур выдался драматичным и богатым на разного рода выпады Магригор в адрес Алду. Все началось с напряженной битвы взглядов в Рия, а достигла апогея во время пресс-конференции в ирландской столице, когда Магригор выхватил со стола бразильца его чемпионский пояс. 23 июня стало известно, что Алду получил перелом ребра во время тренировки и по этой причине бой может быть отменен 20. На этот случай руководство подготовило замену Алду в лице двукратного призера чая по борьбе Чеда Мендеса, который сразился бы с Магригором за титул временного чемпиона в полулегком весе. 30 июня Дэйн Уайт подтвердил сообщение о том, что Алду не сможет провести бой в с турнира а заменит его Мендес. Магригор продолжил серию побед нокаутом, победив Мендеса и став временным чемпионом Уфч в полулегкой весовой категории. Ultimate 22 После завоевания временного титула Магригор принял участие в 22 сезоне реалити-шоу Туль Ту ТУВ-22, в качестве тренера европейской команды. В телешоу он заявил, что участвует только из-за своего одноклубника и спаринг партнера Артема Лобова, ставшего впоследствии финалистом ТУВ-22 и действующим бойцом в Чисточник не указан 962 дня. Чемпион в полулегком весе в августе 2015 года организация анонсировала новую дату встречи Магрегора против Алду. Не состоявшийся ранее поединок на этот раз должен был возглавить 12 декабря 2015 года турниру в 194. На пресс-конференции Габик, посвященной ближайшим турнирам, Магрегор заявил, что если завоюет титул бесспорного чемпиона Алду, то перейдет в легкую весовую категорию 23. 12 декабря долгожданный бой все-таки состоялся. Однако, на удивление многих поклонников, он закончился раньше, чем многие предполагали. Всего на 13 секунде первого раунда Магригор провел точный контрудар в челюсть, заставив Шалду упасть на канвас и прервал его пятилетнее доминирование в качестве чемпиона. Завоевав титул неоспоримого чемпиона, Магригор возглавил УЧ-196, где первоначально был заявлен в качестве претендента на титул чемпиона в легком весе против действующего чемпиона Рафаэля Досаниоса. 23 февраля 2016 года стало известно. Что Дусанджи травмировал ногу во время спарринга и вынужден был снять со сбоя. Днем поздней организация нашла замену травмированному чемпиону в лице Нейтадиаса. Но поединок состоялся уже в полусреднем дивизионе. Ранее тренер Магригора заявлял, что его подопечный в состоянии подраться и в полусреднем весе против чемпиона Робби Луллера. Поединок начался с активных атак Магригора как руками так и ногами. Активность ирландца также заключалась в полном контроле центра октагона и в стремлении сократить дистанцию. Во второй половине первого раунда он рассел Диасу бровь. Однако инициатива начала перетекать в руки соперника. Это стало заметным по промахам Магригора и частым попаданием Диаса джебами. Раунд закончился в портере, перевод в который инициировал Диас. Захватив ногу ирландца. Однако это не помешало оказаться сверху Магригору, пытавшемуся на последних секундах наносить удары по защищающемуся противнику. Во втором раунде он снова начал штурмовать Диаса и даже обогрел его лицо кровью. Но в середине пяти минут Магригор был потрясен двойкой соперника. Хоть и старался затем не подавать виду, Диас начал усиливать давление. Он прижал ирландца к стенке и начал его избивать. Магригор, освободившись из клинча, в свою очередь ответил хорошей комбинацией, а затем отчаянно бросился в ноги Диаса. Поединок перетек в портер, где ирландец не сумел оказать сопротивление и попался на удушающий прием, потерпев свое первое поражение в пределах Уфч. По словам Магригора, следующий свой бой он возможно проведет в полулегком весе где будет защищать чемпионский титул. 19 апреля 2016 года Магригор объявила о завершении карьеры, написав об этом в Твиттер. Я решил уйти из спорта молодым. Спасибо всем. Увидимся позже. 21 апреля 2016 года Магригор объявил на своей страничке в Фейсбук что карьеру завершать не собирается и готов выступить на уфч 200 если ему позволит провести лишь одну пресс-конференцию, а затем вернуться к тренировкам. 20 августа 2016 года на турнире УФЧ-202, Диас ВС Мч Григор 2, состоялся реванш с Нейтом Диасом, в котором Магригор одержал победу решением большинства. 27 сентября, было официально объявлено, что Магригор проведет следующий бой против чемпиона в легком весе Эдди Альварисом 12 ноября на Уфч 205. Магригор победил Альвариса во втором раунде техническим нокаутом и стал первым одновременно двукратным чемпионом в истории УФЧ. Получил шестой бонус выступления вечера. 26 ноября было объявлено, что из-за бездействия в полулегком дивизионе, Магригор освободил пояс чемпиона. А временный чемпион Джази Альдо стал бесспорным чемпионом. Профессиональный бокс в мае 2016 года Конор Магригора объявил о желании попробовать свои силы в профессиональном боксе 33. Вскоре после этого пошли разговоры о бою против бывшего лучшего боксера вне зависимости от весовой категории Флойда Мивизера. В июле 2017 стало известно что бойцы согласовали условия боя. Вскоре состоялся бой, который Магригор проиграл. Бой с Флойдом Мивезером.